Всем привет, друзья, с вами Андрей и Максим. Итак, мне кажется, вам понравилась такая рубрика, как Five Shot в FIFA. И сегодня мы решили попробовать одно противостояние, там Мбаппе против Неймара. Перешел Неймар из Барселоны в ПСЖ, а Мбаппе... Видите на Неймара? Неймар танцует. Может, он празднует уже победу. Итак, сегодня я буду за Мбаппе, Максим за Неймара. Посмотрим, кто из них все-таки лучше. И, может быть, и в этом противостоянии будет все-таки Неймар в тени. Итак, начнем. Ставим мы. Вот я мог бы уже давно бы оттуда пробить. Итак. Сейчас Неймар, тащи. Сейчас вот сюда тебе. Это полный Неймар. Так, а ты будешь считать. Правильно считай. Ноль. Ты такой, как бы не сбиться. Ноль. Вот отсюда. Но Мбаппе не по штрафным. Так. А он сейчас справа может идти. Ну это в общем было, ну все равно ноль. Но он в общем с правого угла так пробил, как хотел левый. Сейчас я ему вот так вот, хотя бы в створ. Один. А дальше что у нас, я забыл. Влево, влево, влево прыгай. Не догадался он. Ты круточку. Ты что, стоял на месте? Пять. Ну, как, чтобы мяч, короче, стоялся, нажимаем на вот эту вот, вот это удерживаем, вот это нажимаем. И потом, я не знаю, у тебя получится или нет, я просто в сторону так оп, и он с лету типа пробивает, вот видишь? Начинаем чеканькать, подкидываем, и на! О-о-о. Семь. И теперь выходы пошли. Неймар, тащи. Вперед. Твою ж мать, почему он так? Семь. Нет, это же штанга, она не считается. Ну, семь. А, да? Семь? Или шесть? Там створ поп... Ну, шесть, семь, потом посчитаем. Так. Ты в створ просто решил хренатить? Что-то там счет 1-6 или 1-7, где-то так. Ты чё задел, придурочный? Оль, это левая у него была. Это левая. Живем. Логика, блин, левая отсюда. Влево будет. Сейчас право так. Ааа, штангу попал. Это ноль. А он угадал, кстати. Сейчас по центру. Да он... Опять! Нет, вот это в штангу было, иначе бы у него фамилия бы загорела. Ты чё, офигел? Я тебя обманул, блин. Вот чеканишь? Ну и просто уже нажми на удар, пробей. Три. Так, пока что счет 3-6. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. 3-4. Ой, 4. Я попытался на это типа подбросить. Псы копну, да? Держи его. Нет. Да! А чё там счет? Опять в тот угол. Так, ну походу Максим победил. Гениально. Ну что ж, друзья, большое спасибо вам за просмотр. С вами был Андрей и Максим. Всем пока.